Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазная мозаика в США». И в этом видео я хотела бы вам показать свою законченную работу от компании Diamond Dots «Ангел». Этот набор был приобретен в магазине Michaels или Joann, не помню, онлайн. Это наш физический рукодельный магазин, куда можно пойти и купить вот эти вот красивые алмазные мозаики. Но, к сожалению, вот этот набор не был доступен именно в физическом магазине, поэтому я его купила, заказала онлайн, и он очень быстро пришел. Это полная выкладка круглыми стразами, размер 30 на 30 сантиметров. Этот набор идет с 11 видом. Страз с 11 цветами, и этот набор от замечательной моей любимой компании американской Diamond Dots. Ну, как вы, наверное, уже заметили, я сделала несколько модификаций в этом наборе. Заменила стразики. Этот набор шел с 11 цветами. 8 из них были обычные пластиковые стразы. Один цвет был AB, это белый AB Diamonds. И еще один цвет был вот такой вот металлический, золотой. Что я сделала на узорах на платье ангела? Я также вместо обычных пластиковых стразиков, я их заменила на кристальные, вот эти вот более бледно-желтые. Они, по-моему, неоновые, они светятся в темноте, если не ошибаюсь. И вот обычные кристальные стразики желтые. Также я на нимфе заменила нимб, на нимбе, не на нимфе. На нимбе заменила стразы голубые кристальными. Вот они. И также я вместо обычного серого пластикового цвета использовала AB. У меня там они остались от какого-то набора. И мне кажется, получилось красиво, потому что, ну, ангел, он олицетворяет цвет, цвет идет от него. И даже вот что-то темное, темно-серое мне хотелось показать таким необычным. И вот как раз AB стразы как раз-таки подошли коричневым. Ну и, естественно, замечательное качество всего. И канвы, и клея, и страз. Вы видите сами блеск, это не только от AB Strass, это от всех Strass. Между прочим, мне задавали вопрос, ребят, прошу прощения за скрип, у нас очень тепло, вот, и пол высох, поэтому скрипит. Мне задавали вопрос подписчики насчет размеров, когда я озвучиваю размеры, если я говорю, что размер дизайна такой-то, это значит, что это без полей, вот это именно размер дизайна. Тут даже написано у Diamond Dots, вот все, что мне нравится, то, что мне нравится у американских производителей, у них тут четко написано, сколько дизайн, вот именно этот размер, и сколько фабрика, да, как бы ткани размер. И вот если там написано, что 30 на 30 сантиметров, значит, это будет ровно 30 на 30 сантиметров размер, вот только дизайна, без всяких полей, без всего, дизайн именно. Это первый набор, который я вам хотела показать. Закончила его вчера на Рождество.
вышивать. Ну, еще один наборчик хотела вам показать. Моя дочка закончила вообще-то еще давно, миньона. Этот набор также от Diamond Dots, 10 цветов. Он шел исключительно с пластиковыми стразами. Не помню насчет белого, по-моему, тоже пластиковый был, но может быть Эйби. Но что мы сделали? Мы заменили серые стразы, которые должны были быть на очках, кристальными, чтобы передать вот эту вот стеклянность, да, очков. А также на глазах. Глаза мы сделали также кристальными стразами, мерцающими. Также, чтобы передать, ну, как бы натуральность глаз, что как будто бы из стекла сделаны. Вот и я хотела это передать. Ну, вот она сделала. Мне нравится, как получилось. Ну, естественно, наклейки какие-то наклеила. Ну, а то, что касается вот этого ангела, как только его оформлю, я запилю видео, но думаю, что я его, скорее всего, кому-нибудь подарю. Я оставлю ссылочку онлайновскую, хотя опять это физический магазин, я не думаю, что высылают в Россию, но я знаю, что Diamond Dots есть в Европе. Вот, так что те, кто живет в Канаде и в Америке, конечно, без проблем могут себе заказать, если им понравился. За пределами не уверена. Вот. На этом все. Спасибо большое за внимание и пока.